1972 series between Canada and Russia started many dreams for hockey players in Canada and Russia, and we want that rivalry to continue in this series today. Thank you. Слово предоставляется господину Сергею Ясликову. Дорогие ярославцы, уважаемые гости, мне сегодня очень приятно приветствовать вас на открытии третьей, если так можно сказать, суперсерии Россия-Канада, которая является реальным продолжением событий 40-летней давности. Сегодня на Ярославский лед выйдут лучшие представители двух величайших школ хоккея, которые до сих пор, я думаю, еще долго будут являться примером любви и верности своей игре. There will go two representatives of the best schools in the world. Они выйдут на лед, который совсем недавно рассекала наша любимая команда, наши ребята, которые безвременно и трагически побегли чуть менее года назад. We had on this ice the team of Yaroslavl that fell. Этот лед, эти стены хранят дух, хранят память и говорят нам о том, что мы должны быть вместе. Отобрали, навалили.